еще есть и фул баф. Значит, на противоположной стороне балкон стоят две метки. Это для второй фазы, когда босс уже не будет взлетать. Первая метка будет в кружок, вторая в звездочку. За каждой меткой старайтесь скидывать стаки, чтобы не сдохнуть наверняка. Как бы тактику вы знаете. На притяжке отбегайте глыбы на взлетке. Подбивайте до половины сразу и потом добивайте быстренько, как босс приземляется уже. Самое главное на притяжке и на бомбе, когда 4 бомбы падают, вам не сдохнуть. Тогда будет нормально все. Чек на пул. Танчит коват. Калфани на второй меняет. Кава, давай там массакру под притяжку, допустим, да? Смотрите, сейчас заход эти рейд, пока мы не побежали, друиды 2, заход эти рейд, чтобы мы наверняка не сдохли. Не всех, вот каких там хантов, кто не хилится, вот этих вот. Да проще маговскую хантку взять. Все, садитесь на коней. По атаке побежим. Садитесь уже. Побежали. Тут захиливаемся. Прям крит на хп. Молодцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсмола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Дамажил. Тяжко будет скоро приготовить, отбегать. РДД, ближе подойди, больше шансов. Везло. 5 меток, синяя метка над головой, друг от друга рейндж. Рассредоточили. Синяя метка в рейде, квадрат в рейде, замораживает. Пол рейда заморозилось, фулл ДПС по этим меткам. Дебилы. Ну вы серьезно, я даже тримакнул выбежала. Тихо, фулл ДПС по меткам, спрятались за метками, вот эти метки фулл ДПС. Зергануть, вторая бомба падает. Успокоили. Справа далеко падает, разбили. У вас танки в метке. Захиливайтесь. Захиливайтесь, слева последняя падает. Вы что, не видите куда падает? Кто там не выбежал? Я. Вот эти три метки зерганули быстро, после них только босс бьет. Зерган. Пойдет. Теперь. Хант. Пока тут поднимай скалозубик. Кладбон ханта вторая пать. А сколько вообще без сопрота можно набирать? Мазафасер поднимай. Первая пати Лока. Лок. Тогда Женек СС по Нордси. Ладно, пускай бежит. Твой СС последний остается. Ой, БР. Короче, на ком этот квадрат был? На мне. Повнимательнее Скать. Глаза разуваем. Угу. Над башкой синяя метка такая, галочка такая. А я знаю, я что-то не увидел. Внимательно это. Смотрим, синяя метка, вперед вышли, он. Крестик, хули встал. А, это этот самый, все. Это не так быстро, понимаешь? Все, все, я понял. К тебе вопросов нет. До половины подбиваю. Рога в чем проблема? Как гомик встал с другими метками. По меткам стопнули. Левая крайняя подбиваю. Хант, а ты можешь стрелять? Ты чё, блядь, дамаг ловишь? Герри это ваншот, по миллион урона будет. По меткам бьем. Метку разбили. Блядь, захиливайте его. Короче, те два пускай лежат.
освобожденку силы не набираете. Тяжко скоро отбега. Освобожденка не дает. Бежим. Так, БР у Норси. Ты сделаешь, чтобы маг твой сдох? Метки вперед. О, блядь. Метки. Это говорите, куда справа слева падает. Метки. Справа. Справа. Приз, да, какого хуя? Сдох. Раньше не могут вперед пройти. Средина. Так ты беги, блядь, изначально от всех подальше, раз они не ловят. Тучка на что дает тебе пристрел? Метки разбили. Нуртия, мага поставь, чтобы он сдох. На второй фазе не нужна метка. Нуртия, резай пристава во второй фазе. Про мага уже забудь, под дыхание его поставь. Just hard. Агрессив, первая пати прист. Переводите быстрее, босс. Буба по пристам. 2%. 1%. Фаза Гера. Давайте Геру. Аккуратно. Ага. Первая метка в кружок. Пока тут. Милики стопнули, обморожение не стакаем. Пошли подбивать. Скидываем стаки. Захилим на фул хп. Стаки не набирайте особо. Звездочку. Вперед. Милики, не заморозьтесь. Не заморозьтесь. Оттуда на. Захил. До половины. За глыбой ровно стоим. До половины аккуратно. Убей. Стоп по глыбе. В кружок беги. Тяжки не было, глыбу не видите. Беги, малышка, беги! Жаль, старик, отбегай. Левую бьем. Бьем. Давай, рот, иди. Звездочку метка. Притяжки пока не будет, подбиваем сразу хила, освобождаем топ хил. Подбиваем, заодно стаки скидываем. Следующее в кружок. Кружок. Что так активно ломаете-то? Бладбон. Зато иди сразу вставай. Там коват простоит долго. Что это, придержать? Бейте. Бейте. Следующая звездочка метка. Пока тут звезду. У звезды не заморозьтесь лишний. Отойдите, кто там стоит, шаман. На фул хп рейд держи. Танка за. Давай, оставайся в звезде. Останься. Отошли от звезды. В звезде останься. Притяжка, я думаю, лучше. Бежим. Бежим, ничего страшного, бежим. Забрал, проходи. Захиливаемся. Кружок. Иди в кружок, разбивай. Вот же встал. Приз, гимн на ману. Агрессия. Так, мазафасер, можешь кого-то резко. А, ты сдох. Я резко. Сука. Я резко. Звездочку. Вставай, кого он резнул. Это сам звездочку. Стаки скидывай, чтобы рейду меньше тамага было. Отбиваем. Чё сука у босса? Еще до берсы есть время. Играем по тактике пока. Кружок, кружок, кружок. Отбиваем. Заебал по активнее босса хуя.
Сейчас будет последняя притяжка. Это... Враг за босса активнее бей. Метку разбили. Враска сказать. Прист звезду. Точку. Точку. Ровно стоим, скидываем стаки. Последняя притяжка. Минута до берсы. Скидывайте стаки. Забери, отведи. Отведи его. Отойдите назад. Отойдите назад. Блять. Метку в сторону. Фул ДПС по боссу. Три ляма добиваем. Просто бейте босса. Метку просто в сторону. Фул ДПС. Два лям. Захил, гимн на ХП. Спокойствие, там что-нибудь дайте. Да это вайпал. Да чё босс так был вообще? В танке. Бейте, пробуйте, кто там в ДПС. Старик, бей. Захильтесь. Ляма, пока тут захиливай их. Так, Кават, бабл готовь, клубон. Бей до упора. Только не заморозь милика второго, ну блять. Сдох. Бабл, Кават, готовь. Бей, старик. Бей, старик. Кават, ревностный был. Бей, старик. Сядь, бей. Сядь, бей. А, все, берся. Давай. Давай, хуярь этого петуха. Сука. Короче. Немножко недоразумение произошло. Кикни там паладина, блять, ток. Или кто там, блять, метки не выносит, блять. Что за хуйня? Или кто там, блять? Да, я. Но второй раз я вынесу. Короче, ладно, пошли, портуемся на синдру, почините. Я говорил, босса бить или что, ты пропадаешь, то? Да, блять, нахуй ты бегаешь, глыбы бьешь, блять, бей босса, блять. Там без тебя эти глыбы разобьют. Или ты не понимаешь, что, блять, ты находишься в топе рекаунта, блять, и ты, блять, как бы тащишь этого босса, и тебе надо больше урона по боссу нанести, блять, и не глыбы бегать бить. Глыбы могут бить там и около 5000 ДПС, блять. В смысле места мало? Рога пишет, места мало между метками. Ты, блядь, вперед пройти можешь? Или немного назад отойти? Или вам надо все в ряд, блядь, именно поставить? Вы просто становитесь рандомно, блядь, становитесь. Вообще похуй как. Главное, чтобы между вами было ренджа. Если вам мало мест, то бегите, блядь, на лестницу.
Поставьте вы нормальный сингру, блядь. Не можешь отойти подальше. Из-за этой хуйни, что так поставил, блядь, сдохнет пару человек. Я был прав. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Это хивака, блядь. Середина. Слева. И хила верните потом. Право. Там же. Отбили мир. Блядь, ну как нормально ядро заберешь? Дан жертву носит. Я ты 4 отдам. Выбежали. Прятались. О, у меня как красавчик. Слева. Я его поднял, он отвлекатин, блядь, сейчас запорит. Трепещите, смертные, ибо ваша шалкая чего творит?
Рейд назад, отойдите. Немного правее звезды. Медики мемраски пошли разбивать. Лич тоже бей. Ждите, притяжку ждите. Прохильте только хорошо сейчас. Браска отошел. Следующая притяжка будет, а рыбу не разбивает. Левее немножко станьте, где луна. Пант умер. Хотел. Бежали. Не прохилили. След. Ебал. Да хуя стаков. 20 стаков, смотри. Там рейд до хуя еще. Там метка. Вон и. Там бить некому. 100 тысяч. Вон сядь встал. Что это такое? Бля, ты можешь кикнуть этого ханта, который стаки не сбрасывает? Блять, мы с ними не... Да уже второй пул, блядь. Первый пул упал, один порит, второй хан, тоже третий, блядь. У меня стаков не было, меня просто не похилили. Кстати, есть кого? Встаем, бежим. Уходишь, да, уходишь. Я ухожу. Да, 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 мне обязательно. Мага дамажит, переключаться. Хаос, блядь, третий класс, хап, вторая, точнее, хаос.
Как может метка отлететь от босса, блять, вообще вы знаете. Но они не в лапу бьют просто, наверное. Вот скажите, почему такая постановка синдры, блять? Вы не можете нормально синдру поставить? Какой пул, блять, уже? Клад, вот ты не можешь нормально синдру поставить, реально. Это меня отвлекали, я по телефону параллельно разговаривал. Ну охуенно, а у нас, блядь, дохнет. Я, блядь, предвижу все ваши действия, блядь. Не ставишь неправильно синдру, у нас дохнет минус один, блядь. А чё они не смотрят, насколько надо отбегать? Блядь, все просто. Люди привыкли, блядь, к определенным действиям. Если что-то меняешь, все, сразу, блядь, начинают вайпать. Есть параметр, блядь, как легче, есть параметр, как сложнее. Как сложнее, тут, блядь, больше половины рида не тянет. РДД же разве войт не за центральный скидывают только? Окей, батя, ну ХК шит тут уж. Мертвью поднимать надо. У меня вылетело все. В смысле? Чем?
Угу. Может, прячетесь, блядь? Денчик, стань ты голубь, я, блядь, пахин свет на девчик. Разбейте, умруша. Рейндж, блядь, надо набирать. Рога от душья умер. Тоже умер от удушья. Они умерли, потому что у них было по 5-10% ХП. Когда они ставили в лейбл, блядь. Причем тут ход? Там, блядь, ранжа не было. Сейчас мы можем глыбе похилить. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Что там, цепная хилит глыбу, да? Нет, талант. Через цель. ДПС нормально. Нет. Метки. Рейд прохилить. Сейчас сдохнешь. Я не слепой не успел. Я прожил с улицы. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. А теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь. Так и сильно не набирается. Да где прохил? Аману иди.
Все нормально, не парься. Ну, блядь, ну снова крахила нет. Тауры дохнут, блядь. Там два хила всего из-за этого. Два хила, потому что освобождёнка. Крестница, блядь. Крестница хила. Хила ТБР, ебать, они вдвоём. Зрение давал. Тут быстро надо снести кружок. Хватай пока. Ем на хп не знаю. Клад, я ж тебя меняю. Метка выйди, блин. Не надо бить эти метки, идите босса бить. Метка выйди направо. Да похуй на хило, лям осталось бить. Два хила, блять. Крестите меня, за, где портал лежу. Да, давай кидай. Да я тоже не отказался. Лич. Там осколок. Надо было сакру не давать, да, по этой метке последней просто. Малдазара возьми. Надо чё? Да. Скажу, что я сказал. Красиво. Нет. На хосте пацан забежал.
сарая, наверное, потому что на другом конце. Я говорю, парень на хосте прибежал. Я успел. Да, разозлили сегодня тебя уже. Вот, завязывай. Черную метку сейчас надо поставить. Как, говорит, дорогу переходите? Сука, вторая лалька. Это как это... Дорогу переходят, блять, надо 100% под машину попасть, иначе хуёво перестать. Но Дазара это... нету, блин. Скажи. Розарий есть, да, он был вчера же. Да, вчера был. Я говорю, мол, Дазар. Идёт с Прони, но в Прони не знает. Я не мешаю. Осколки как, они в стак или больше 20? Вообще, магом тоже сдохнешь с обрыва там, короче. Ну я первую фазу подамажу, потом сдохну. Ой, ну давай не будем столько сидеть тут, а? Напомни мне. Получается, осквернение выносишь вот сюда, вот, да? Скайс. Да.
Какое название коста? Там один там каст, один. Да? Да. Просто тоже никогда не был в комнате. Старик, 4 хила. А. Да 4 хила нормально, чё вы? Да мы в тот раз 4 захилили. Да мы должны захилить 4 хила. Вы чё? Захиль. Захиль, это нарте, пока тут за них. Вы нормально. Должны... Второй раз соскочил. Запускаю. Старик, я могу выйти. Не-не, посиди. Посиди. Да, запускай. А ты про чуму рассказал? Так, вы кулак кикнули, да, кто раздает? А все равно 5 пал, 6 пал. Кому СС Женек пишет? Запускай. У вас в пуге есть шанс 20к сэкономить. Хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем да, ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. На следующей фазе там будет этот коват. Я духов стал. Нет, мат, пускай одну тычку сделает с Т5, потом забирай. Лича, поверни кавату лицом. Хорош. Я забрался в это лезо. Напуливайте огня.
Сферу. Старик умер. Еще раз умер. Вставал уже. Да он вставал и умер уже, я же тебе говорю. Я подниму. После Вальки подниму. Сейчас ты Вальку включу. Зеро дайте. Я могу встать. По краям пойдет на другую сторону. Сейчас осквернение, потом подключаю. Переводили, чё, чё ты? Сначала осквернение разбиваем, потом подключаю.
Еще отошли оттуда, за лича спрятались. Лича бьем. Силу из ледяной скорби и ославим короля лича. Все, опять же по краям. Ждем пока осквернение, а потом осквернение зависит напрячем. Осквернение, отошли все тут. Сейчас. А чё ты не спишь? Не могу. Я медведь попробую. Осквернение. Пил. А моба убить же надо, да? Да, да. Сквернение. Вратка, диван там. Долго соображает. Я уже руки от клавиатуры убрал. Все пуги получили, да, чивку получается сегодня? Я хуй знает, а кто там с пугов, посмотри. Что движет вами? Ну-ка, пуги плюс аните, сколько вам? Не знаю. Бля, чувак, что ли, пишет? Главный пуг, нахуй. Ты привел сюда лучших воинов, которых... Ну, смотри, 5 человек. Нормально? В тот раз один был из 4. Так, что у нас сегодня мы имеем? Мы имеем, так, БЕшку 200-го, 1 ДС, так, гниющие сухожилия одну, избавление от кошмаров, винтовка Равена, дамские наручи. Так, получится, да. Да, все. Багруха была бы заебись, 20к. Ничего не продали в итоге, анрола дали халфейну. 4 шмотки сейчас, если сейчас шмот разролим, все. Зря анролили, наверное, эту волю. Лучше бы свеча бы, наверное, что-то. Кто кем шел в рейде, тот на того ЕП и получает. Ну, до РТ вечернего часа, я хз, тут РС-ка еще, блядь. Если ты в 10 просишь. Ветерина. Ой, да. Я опять две теренаски. Ты а какой... можно мне теренаску? Сейчас посмотрим. Так, свеча разрулю сейчас, погодите. Потом остальную парашу, что в сумке не лежит. Теренаска номер один, мейнспек. А, на бисакету, да? Скотбон, ты кот. Ну я ж говорил, старт. Ладно, все, пизду, погнал я спать всем. Я на бокс. Так, ну нормально, смотри, я вот за это ЦЛК 8 осколков получил. Пока тут это самое, носовую ролил, писал. Так, пока тут. Всем сука, спасибо большое. Да, спасибо, будь здоров. Спасибо, что вытерпели на моих тупниках. Блять, вот эти тупники, тактику перечитайте лучше, чтобы такого больше не было.
Вижу еще раз печь. Так, пока тут и... Футбон нет. Кават, зачем тебе? А, Кават. Может, он в ПВП хочет флешка хилиться. Листу отдаю. Я теренаску хочу с Гера. Он фонжа. А что, с Пати можно уже выходить? Ну, если ИП дали вам. Дали ИП, да? И вторая печенька защитника отсюда. Кому нужны шмотки, там с Вальки сейчас разролю. Сколько мы вообще хоть в общей сложности 50к для гильдии заработали вообще хоть? А я хуй знаю, сколько они стоят. Давай. Так, отдаю тебе вторую. Себя звездочку кидаю. Там кольцо сейчас разрулит. Ну, если все, что ты назвал, все, это все, что есть, то там даже 20к не будет, наверное. Ну, сова получила и прист. Если ты про теренаску или про что-то. Так, хант обмен. Вот такие перчатки, сука. Вот такие перчатки. Так, вот же. Блять, почему-то получается, что ты только Эльха собираешь. Странно. Защитник. И последний покорителя там лежит. Покоритель, надо кому-то. Защитник выкидываю. Выкинул. Рога обмен. Погоди, ты выкинул уже или нет? Ага. Блин, не успела сказать. Так ты друид маг, тебе другой. Есть ДПС, ну... полечу чисто. А там последний. А там хант, вар и шаман. А, окей, я думала, ты последний, который линканул, выкинул. Войт, у тебя есть под полечу ДПС? Да. За шифтани, а, пожалуйста. Ну, у тебя 15к, ты на третьем месте, у меня 17, у бабла 20. Все. А можно было портал дать? Дай портал. Магом. Сколько урона нанесли? Урона. Полечу. 6 лямов. Бабл, да, я вижу. Бабл 10. 11 он, блядь, 12 почти. У тебя 6 и 400, у меня 4350. Нарсия, дай с магом портал Делоран. Что-нибудь годное упало? Две теренаски упало.